Этот скелет опасный. Как я пройду теперь? Как? Что делать, блядь? Очень Давай, просто. Не пройдешь, копни. получишь ГП. Так, ну вот смотри, вот я пошел по стеночке, да? Так, он пока там круг бежит, мне надо успеть. Сука. Я бегу, И давай, вот давай, беги, стая, давай, братан. стая. Вот, отлично, нихуя себе. Блять, смотри, он догоняет. Давайте я его сам выпустил, подождите. Смотри, смотри. Блять. Беги! Критичный Сагрид какой-то дурак. Ой, так, пожилая залупа, давай КМК на меня, бля. 30к дам сейчас на звуке. Ну и Сейчас я стоп. ну и техмагов пизду, короче, давай на меня МК. Так, сейчас я еще одну включу. О, там ПС-ка еще, ну-ка, ПС-ка. У тебя, конечно, будет раскачка, просто жесть. Да, блядь, надо потом как-то спек сделать. Да я года два назад его сделал, так и не менял, блядь. Надо у кого-то спросить, чтобы нормально тавы раскидал. Вообще не говори, блядь. Я как вижу, в РК написал, один человек идет на ШП, а второй на ЕП, но на другого, это как понять? На кого ты получаешь ШП? На воида получил. На другого. Давай на воида напиши. Ты ник напиши, на кого. Уже знали. Так, давайте чек. Самогон. Так, Банамора, тебе что-нибудь надо? Ёпперс, это что это за... Это попал. А ты точно лича затанчишь? Ой, вообще боссов. Блять, злой нахуй танчил в 4.6 лича 25 герц. Серьезно? А, ну тогда ладно. Я сейчас не знал, что это злой. Злой? Нет, это не злой, но это круче, чем злой. Это клоуна, да? А Войд еще круче, потому что Войд про товар. Ну ладно, пускай танки. Дадите кулак сегодня, нет? Дайте рыбу. Есть у кого? У меня нет. Мне Олег до сих пор не дает, я его сколько раз прошу, шептал. Не банк. Че? А мне Олег не платит. Ты богатый. Ну да. Че не хватает самогона, верному, варошному? Кулак. Кулак. Паладины, кулаки. Нахуя Вульгирмс разбафал, блять, ебучие каски, когда протпал бафает каски. Охуенный пацан. Дайте помогу. Со славы Украине, блять. Помогу кулак. На петов повесится кулак, приз. Кто там кулаки? Так. Это Ефестин, ты бафаешь кулаки. Кири у нас агроном. Ой, агроном. Тьфу, блин. Попал тай. Ой, блять, что-то я заикаюсь. Попал бафает каски. Ты бафай всем кулаки. Давайте, давайте. Где цель цели? Где цель цели? Графика или бой, или где-то. А вот цели на цели сюда. Помогам, помогам, кулаки. Есть рыба там? Сорти рыбу. Нет, еще один чек. Я надеюсь, уже паладина там пробрахали всех. БДК. Во, наконец-то. Давай БДК лети. Рост.
похожих не стоит. Шипы заливайте. Опсы. Точно шипы заливать. Симагон, здесь заливайте. Рога от луж не копится. Че? Здесь рога от луж не копится. Да похуй, что за хилить. Ты даже на коте педальку жмешь. Филики не бейте, пожалуйста. Да. Филики бейте, шипы. Бля, дай гимн на хп. Блять, как вот спину этого босса бить, пиздец, как вы, когда он бьется? Я в ахуе, блять. Давайте под босс. Шипы заливаем. Сзади РД шип слейте. Сзади РД шип. Во. И крылочек, пожалуйста. Смотрите, отец огурец, фуловый вар, 14к ДПС. Убивайте уже этого босса. Поезд упадет. Так, осколки у нас кто врывается? Гефестиум. Да это Гефестиум. Танки на мейн. Я релокнусь. Так, транкет. Сейчас отдам тебе. Да, хорошо. Релогайся пока. Щит надо кому на мейн? Угу. Ноги надо кому на мейн? Давайте. Ты бы на Амуру кинь. Нахуй. Да они тоже пиздаты. Так, получается, ГП у нас получает за наручи транки. Сейчас я запишу. Ты первый. Он один человек на гильдии. Для нашего господина нет ничего невозможного. Его сила не знает. На полу танком давайте. Три хила мы идем. Пока в 4. Потом после леди Shadow DC спекнемся на ШП. А, у нас 4 хила. Не, вообще мы в 3 хила пойдем, но пока здесь лучше в 4 пойти. Не вайпнуться. И еще есть у кого ладон, забыл его все-таки скачать, чтобы показывал, кто фолковый дух. Че показывать? Кто хлопает духов? Что такое аддоны? Так что есть в кого? Защиту от темной магии потом снять не забудьте.
Бегай, что? Что, не поводона нет? Зачем тебе дон? Там же линкуют у кого-то. Сейчас полетим. Гутербольша тебе не хватает. Вполне свою ману. Маги стол тоже поставьте, пожалуйста. Могли ману вспомнить. Я потом после этого босса ТПшность дал. Куплю рыбы. Я думаю, стак она платит. Есть рыба, кому дать. Кому-нибудь дайте, вот там кулинарка заканчивается, саните. Что, не даже кулинарка не пачена, вы что, гоните? Вон, давай ему, он поставит. Кому ему? Вот, звезда, вот ему давай. Он тебе даже плюсует. Напоминаю, защиту темной магии снимите, пожалуйста. А... Таби будешь, если что, слева стоять. Если увидишь, кого в контроле, кидай сразу эфир. Козырь справа будешь стоять. Увидишь, кого в контроле, тоже кидай эфир. И шадо ДЦ будешь в центре стоять в родной зоне. Увидишь кого-то, кидай эфир. О, хавайте пока. Это ментальный крик, да? Да-да-да. А, да. Это есть у кого еще один танк успех? Кого-нибудь, любого ДК. Да ладно, ни у кого танка спека что ли нет? Ты чё? Ну я же говорил, блядь, это нубы, а не танки. Мишка это нормальный танк. А, точно, ёпка, Гефестиум. Давай спека себе попал. Короче, в пизду, я на БДК захожу. Да он будет. Я ебал в рот всяких ваших гефестиумов, протопав, иди нахуй. Там всего лишь три. Мне уже кореш в личку пишет, с такими танками чуи будет вайпа. Заходи на БДК, брат, мне пишет. Клунар пишет. С такими локами чую СС не будет у кого-то. А, СС можешь кидать. А там уже КД. Ну тогда ладно. 4. Санёж, пока можешь кап поставить войт. Паладина, не забывайте свои капли сливать. ДКшники тоже свои панцири сливайте. Тик еще раз. Брите с туалета камни каловые. Первый самогон ты будешь что-то танчить, босс. Спочек. Потом, как вторая фаза начнется, Козер, станешь мелизона, хорошо? Таби слева, Шаду ДЦ справа станешь. Дайте момент, бафы, каску, кулак, лапу. Даю лапу ему. Дайте момент. Уже босса запустили, Хант. Я начислю тебе потом 200 гп. Это не я, если был. А кто? Я видел, что только ты. Пацаны, у нас 4 танка, у нас 4 танка, у нас 4 танка. Бейте трешак, пожалуйста. И кособоки убивают 4 танка. Спальте проклятие. Фу, сейчас я подниму тебя, сова поднимешь. Козыри. Пожалуйста, трешак, первый есть, отлично. Вихрик тоже, пожалуйста, давайте. Не надо кидать на них пальцы. Шаман мне это сложило. Заливайте, пожалуйста, трешак. Так, Войт, ты свои 200 гп тоже получишь. За то, что ты бьешь леди. Правильно, пополни нахуй, по полной программе. Я надеюсь, ты меня услышал, Вой. Кого? Я сказал, что ты положишь 200 гп. На контроль я эту раздам. Контроль, пожалуйста.
Не бойся, я дам. Все-таки. Конскверь, поднимешь ЧП. Топайте, босс. И бейте босса. Переводить. Бля. На момент. Так, давайте на другого БДК на пол сейчас. Теперь тоже кидайте. Ебать, колотите, делаешь вихрь и соло. Я вам тоже ГП сейчас дам. Не соло. Так самогон-то перешел. Ну, че да, самогон? Да. Заливайте пока трешак, давайте герб, пожалуйста. Ну типа минус сова, ты же за БДК зашел. Че геру? Геру дайте, пожалуйста. Ухов, пожалуйста, не ловите. Дрончик, пожалуйста. Гутербол станешь. Заливаю тебе ману. Добавить. Дайте макбафу, я тебе дам лапу. Тершак, пожалуйста, заливайте, духов не ловите. Таби, спой гимн, пожалуйста, на ману. Мутант, урод, ты будешь агро набирать? Кусок говна. Дайте на мутанта на пул. Контроль тоже кидайте, ты, блядь. Один против на ману. Если что, по моей команде дадут им на хэ. Заливай стершак, слева духов не ловите. Будет еще сотку ГП получаешь. И давай бей дальше босса. И ты дальше бей босса. Я же кричал, сливайте, пожалуйста, стершак. Я вижу, как ты колупасишь этого босса. Давай гимн на хп, Таби, гимн на хп, Таби, давай. Давай гимн на хп. И чешку прожимайте, хилы. Ты уже 300 ГП. Давайте еще гимн на хп. Кто-нибудь. Сейчас я захилил, потом здесь пойду. Бессмысленность своих действий. Давайте пытайтесь добивать. Ой, бля. Это уже лайк. Что я не вижу кого-то аддона, чтобы показывал, кто забрал дух. А вот. Я не умер, прикинь. Выживает без направо. Поднимите меня. Просто походу танки не вводят, да? Или чё? Опа.
Погон, ты тут? Поднимайте Порш. А тоже пока поднимите. Эй, Гефест, он спек, если назад свой доспек. Нам уже не нужен танк. Как рыба стоит кушать. Я куда лежал? Вот все. Права теперь у меня есть, отлично. Потом я на чисто ГП за запа и уйду. А пристабав? Пристабав тоже дайте. Все, давайте чек на баф на готовность. Маги тоже, пожалуйста, замораживайте милик. Заведите их. Козерти здесь. Козерти тут, алло, алло, алло. Бля. Козырь, блядь, ты здесь? Ну давай, подтверждай свой чек. Ты видишь, что он чат пишет? Паладин, а, блин, я речат просто отодвинул. Паладин, бафай, пожалуйста. Эрном, ты бафаешь. ТШП, МП5. Вернул, ты дашь ему МП5? Так кулака дадим. Ну, МП5 вообще. Как вы заебали, паладины, ты нахуй! Бля, ебать. Сори. Ой. Дал тебе, все, наконец-то, запопуляйте босса. Тоже хотел ему ГП начислять. Трешак заливаем. Вот еще сотку получаешь. Ты давай дальше бей босса. Ты че, слепой что ли? Ну я вижу, как ты сейчас кастуешь босса. Стрела тьмы из пепеления. Кастование огненного ливня. Один ливень был. Сейчас бы огненный ливень кастал. Сама кастуй грозу, блять, трэш. Это у тебя там дверь скрипела? Да. Это дверь скрипела, кто-то зашел? Крышак, задевай. Это мое анальное кольцо скрипнуло, что ли? Да не, ничего. Так, вроде СРК самогона, голос... Твоим готовимся контроль кидать. Две секунды, две секунды, внимание. Заливайте слева трешак. Я у него, да, на него гости. Столом?
А, брат в идеальный, это ты, братишка? Ну конечно, конечно, да, я. Я тебя не узнал, сори. Заливай, бля, бейте мобов, гир дайте. Почему вы их не танчите? Гир дайте, заливайте да, сначала вот. Как духов, пожалуйста, не ловите. Вон духи бегут. Контроль с вами кидайте. Я сейчас подниму фронта. Духов не ловите. Вставай. Дайте баф. Слева мобов заливайте. Не ловите. Таби, пой гимноману, гутербол ставишь что-то. Трешак заливайте. Лары вас тоже касается, Миглер, сейчас тоже ГП получишь. Ухов не ловите. Своим контроль кидайте, эфиры давайте, вард тоже там, пожалуйста. Ой, сейчас бомбонор упадет, идти его. Таби, если что, по моей команде даже гим на хп. Хотя, не надо ничего задавать, 2 миллиона. Добивайте босса. Все, идите там. Лестница, я на пьедестале. Поднимите его, пожалуйста. Дайте так. Фестиум, на тебе осколок. Это кольцо на шипы хорошо? Ну как сказать, а что у тебя за кольцо, покажи. Я тебе скажу. Мне чисто, ШВХ. Что на анальное кольцо нормально. Потому что самогон пидор. Саня, сейчас получишь ты пизды. Че у нас там хилы падают? Танки. Просто потому что шанан хуёвый РЛ. Вот тоже можешь солить отсюда. Я не знаю. А мальчики потом. Мне надо пойти на 4 минутки. Хорошо. Чай резать, а вы мне потом самолете. Только не забудьте про меня, пожалуйста. Да нет, ты что? Так, ладно. Что-то я отвлекся. Давайте кольцо. На мой надо кому? На офспек. На 10% возьму. Ну так за 10. Знаю. Хорошая, но что говоришь, менять надо. Или не очень. Или не брать. Не, я ДЦ не буду, не надо мне. Хотя давай, на УФСПИ. Может пригодится, правда, на ДЦ. Хорошо. Уговорил. Так. Чё, как дела, ребят? Хуёво. Лучше, чем у Шанана. Ну, всё может быть. Сейчас это Бладарк будет эрелить. Ну да. Ты сам эрелил, дебил. Неважно, но тогда парки нормальными были. Столбали. Не отвлекайтесь.
Тут собрался весь процент, свет, да, только, по-моему. Так, здесь тоже никому не надо. Рудак, надо кому без ГП? Хорошо, я тебе дам бот. Бля, вот вы чё ролл не кидаете с этим ботом? Я ж писал, ой, точнее сказал, ладно. Кидайте ролл кому-то, эти боты надо с 10%. Ну, все, дам тебе. Это Shadow, ты если что, можешь спекаться за ШП. Потом скажите, какой там общий ДПС. Все, я звук включил. Где звук включил? Моя малышка уже ушла. Пускай. Твоя малышка здесь смотрит. А, ну да, сори. Давайте пока на готовность. Так, ну, почти все готовы. Я запускаю. Я такой тетербол, мы если что с тобой два хила сейчас. А не шад, а все он спектр на самом ладно. Я сейчас смотрю от хил с леди у нас с этой, ну, security, короче, 6960.8 ровно у обоих хил ТПС. 6960. Снимите со злого мут. Снимите мут. Сейчас. Ну он просто выходил. Давай. Я его чуть не выгнал. А, блин, там 6960, здесь 6690. Я тебя включил за голос. Спасибо, спасибо, от души вообще. Здесь можете базарить. Мне нечего вам рассказывать. Разрешаешь, да? Мой господин, спасибо. Mm-hmm. Ну, чё вы молчите, вы там снова... Ну чё рассказывай, какой шенан хуёл рел? Да, блять, уже перехотел, ну, просто перехотел. Ну, обиделся просто на него. Он не понимает твою шутку. Мне кажется, Джесс хуёл рел. Мне кажется, Бибоп хуёл рел. Ну ладно. А, блин, Олег здесь, ой, блядь, я что-то забыл. Да это не Ренивал, блядь, долбоёб. Неважно. Как он на X5 играет? Мне кажется, самогон хуй вырыл. Бомжары вообще не надо. Без пацанов не тащит. Вагон только. Это ты про бульбулятора только что сказал? Я про тебя сказал. А вот Серсей Казай кто порал? А, ну блядь, да, нахуй. Это за кота. Поднимите, пожалуйста, с шамана. Особенно когда котом релит, мне прям нравится. Я потом такая говорю, я не надамажила, потому что я релила. Нет, котом и релить и, блядь, дамажить это сложно на самом деле. Ну, блядь, знаешь, она дамажит автоатакой, когда я релит. Ну чё, давайте узнаем, кто топ про товар. Сейчас он подаст голос. Войд. Гавкни. Гав. Давайте узнаем, кто топ долбоёб. Войд, гавкни. Гав. Давайте узнаем, кто здесь самый злой. Злой гавкни. Ай, дегенерант, блять, ёбаный.
Это Лар, тебе ж тут ничего не надо, да? Ну хорошо. Просто устал прилечь отдохнуть. Джерри, он пишет, поиграешь на X5, начинаешь тупить. Слушайте, а Файру в бисе кольцо с кораблей берут? Да. 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 Так. Сейчас мутант расскажет. Это ДПС с X5. А чё, мутант здесь? Принимал в РК, блядь, это этот даун. Ебать уёбок нахуй. Мутант, ты еблан, просто. Еблан. Этот босс водится по решетке. Тут без поглощения у меня нет. Ну давай, вставай, Вар, беги сюда. Дайте ему тоже баф. Дайте баф. Потом мне скажете, какой там общий ДПС был. Сейчас. Шанан, ну сколько ты думаешь будет общий ДПС? Я думаю 230. Я думаю 300. 320. Сколько злой соток? Неважно. Я запускаю сейчас босса. Злой сосет хуи. Вы опять бафните? Паладина тоже бафы кидайте, Рич. У вас полторы минуты есть. Ого, люлик собирается. Прикольно. Счастливо. Да нет, просто каких-то трое даунов собирают ЦЛК. Сакральный, толстенький и Лёлик. А чё там за лут-то? А, да, сейчас, секундочку. Там чё-то нормально было? Нет, там и вообще это, самый да, чмошный лут выпал, блядь. Пояс на холле пала, монета и, блядь, эта шапка нахуй. Так, ну это... Есть там осколок. Назвали его Дранош. Топовый, топовый лут. Позволил чернокнижникам забрать его. Кто пидор? Кто ты? Войд! Шана! Злой! Блять, все нахуй! Это надо кому-то. Смотри, Смогон, ты был прав, там пояс на хулипала и монета. Кому монета? Давай себе с ГП отдаю. Кто хочет монет? Все, я понял. Отдаю ДК. Ну что ж, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Во имя короля Лича! Отлично. Чё-то я кекнул, пизда, нахуй. Ты будешь вставать? Я тебе БР дал. Ладно, валяйся туда. Держи, Войт, ману. Спасибо. Я тебе дал, чтобы ты трешак заливал, а ты опять лупишь босс. Ну еще 50 гп. Походу, его зло, да, держи.
Ясно, ребят, засите хуй. Иди психуйте. Шмоки-шмоки. Гутербол, поднимай, пожалуйста, мага. Я сейчас подниму. Я б не добавил до его вести. Сливайте, Тершак, все абсолютно. Маг ДПС не выдал, все, блядь. Надо это, вайпаться. Ману залейте. Залей ману, пожалуйста. Там они упали здесь. Шанан, ману залей. У меня нет. Ты и так бесполезный здесь, блядь, чё, ману залить не можешь? Ну ты вообще... Кай, это БДК, если не прожимал войска, прожимай их сейчас. БДК. Шананов вызывай. Убивайте же этого босса. Ну, давайте. Да не добивайте. Надо магу передамажиться по новой. Хуйняйте. Yeah. Падайте. Жесть. Поднимайте пока павших. Весь ДПС запароленный. 24 было. А какой там общий, вы так скажите сейчас? Это ты кем 24 давал? Антон. Медведем дается 25, если что. Не то. Шутник. Давайте. Меня скриты из Войта медведем дает на сорке 25 тысяч. Кто сотку? Войт? Медведем? Медведем, да. Блять, ну, Войт это Войт. Ты не сравнивай обычных игроков и бога. Когда я говорю медведь, я имею в виду Войда, потому что других медведей я не знаю нормально. Васап. Хуета. Ну да, Войт топ отдаст. Так, Чеченька, давайте за фу. А да кому токен так, да? Ты еще не понимаешь, на кого ты нарвался, да? Сейчас, подожди, вот обычно. Правильно, Войт, разъеби его. Так, конскверить получается у нас выше. Да. Войт голос. Ходор. Войт, у тебя драники подгорают. Беги. Ходор? То есть надо кому за фулку? Говард. За 10% надо кому пояс? Вы до сих пор не открыли портал. Идите, пожалуйста, портал открыть. Блять, я шел, чтобы на сурке подумать, мне больше не интересно, на. Все, ливайте. Ливаем. Я тоже так думаю. Ливайте, посады. Тебя убили, что ли? Все, конечно, меня разъебали за секунду, блять. Говорят, что никто не бьет никогда в гильдии. Почему? Можешь мне дать просто так этот токен, нет? Какой? Обычный. Это Гефестиум, поделись с ней токеном. Это еще Конскюри. Дай, пожалуйста, сейчас я скажу кому. Я его все-таки не заметил. Тут он рвался в этот токен. А, Фаермагу отдай. Я тебе отниму 400 гп. Сколько гп? Ты услышал? Нет, я не слышал. Повтори, пожалуйста. Так. Фэхан влупил 22к почти по сурку. Красава, блядь. Он чисто так. Сурка ебашил? Да, вроде. Сейчас посмотрим. Вообще в центр-то. Да, там больше было, блядь, там 24к было. Вы сами заступили. У меня 22 показывает. Чё, не было 24. Так тебе ж профитно, чтоб бой чуть подольше длился, скиллшот же. А у меня символ нет. Я понял. Заметку.
Ты долбоёб. Ты долбоёб, блядь. Ты долбоёб, блядь, слышно? Да. Ты, блядь, долбоёб. Выйду. Вы куда-то пропали. Пошлите за Валькой. Это боты, я уже за 10% отдал. У нас АДК победил, я ему отдал. Ловите этого бомжа и пойдем на совет. Сколько там рейдов или ПС был? Пошлите на совет. Это Ефестин, тут можешь спекнуться в танк. Хоть как ты его подержи. А, с тем кольцом еще. Если я выкину сейчас меньше 20, я уёбу конченый последний долбоёб. Ну давай. Ну ладно. Ну чё, девчонки, хуй вам, ручонки. Ты был близко. Давайте. Ну, потом будете тебя уезд заливать. Сначала звезду оттяните, пожалуйста. Кружочек сейчас поставлю метку. Ну чё, девчонки? Оттягивайте его. Вот, точечно бить нельзя. Поднимите пингу потом. Сейчас пинга поднимет, он там поднимается, башки здесь там. Ролим на 1000 кто-нибудь. Хуя там ролл. Я не переролю нахуй. Сюда. Я вам кое-что покажу. Давайте. Кидай ролл, Мак. Давай, кидай. Давай, ты первый. Так, козырь. Твоя звезда. Все, как бы, 1000 голды. Ладно, я, короче, это потом, в следующий раз. Все так лучше. Это козырь, твоя звезда. Таби, возьмешь кружочек на себя. Убийца всех. Ну, кидай, не знаю, на ромбик, что ли. Точнее, на тригоне. Давайте кидать свои контроли. И бейте точечно звезду. Ну, бейте пока тактика. Поднимем потом шипы. О, это тут? Пойдем на X5. Че, проебанулся, что ли? Вытащи писью из Китайской. Твою рот, что ли, ставит или что писью? Я что-то не понимаю. Что ты там Ставите звезду там. Ну. Во, конец. Бейте. Твой рот, что ли, ставит писью? Это кто, Итан, что ли? Да. Кто такой Итан? Твой брат, блять, родной нахуй. Пойдитон. Нормальный пацан. Скоро будет ник. Скоро будет ник Войд Итан, блять. Войд Итан. Тянет сюда звезду. Чей-то регоник.
Так. Надо на минутку отойти, я быстренько. Давай. Таби, звезда, козырь, кружочек, антер, ромбик. Давайте, кастуйте там. Дайте лапу, пожалуйста. Жи, брат. Заливайте пока крестик, потом будете звезду заливать. Гро. Это были последние его слова. Гро, опять не откинулся. Танчик, всё. Иди ещё метр, да. Ты возьму. Тяните сюда их. Бейте пока звезду. И уведите их подальше. Мы жрели водными. Как говорили, стоп. Опа-па. В общем, БДК ты будешь на двоих, а попал на одном. Аверном, давай заходи. Две роги наплывите на БДК Талдрама. Хант убийца всех тоже напулишь, как на пол закончится, будешь бить кинетику. И второй хант тоже будешь помогать. Он рыбка стоит, кушайте пока. Кому что не хватает, пишите. А верном ты зайдешь? Ладно, давайте пока без него. Нахуй не. Последний чек. Что тебе не хватает там, сори? Ё-моё. Дайте ему каску. Каску могу, дайте. Каску могу, МП5 тоже могу, дайте. Давайте, запускайте босса. На БДК напуливайте, я напоминаю вам. Ты Геру, нет? А не надо. Будем молиться на Талдрама. О, мало хп стоит. Бейте пока кинетику ханты. Что-то кинетика не упала. Так, сейчас меня на цели будет. 2 секунды. Давайте, Вера. Конскюри, беги.
Как тебя так серки бьют? Очень жестко. Там один ШП бьет. Так, сейчас я их там толкну. А, у нас ЮНТ выйдет, время еще. Это убить всех помогает тоже подбивать кинетику. Бейте пока Q10 РДшники. Мутант урод, блять. Кинул кинетику. Мутант не урод, мутант еблан. Просто тупой еблан. Просто тупой еблан! Нафиг ты зло драму бьешь. Смена цели 2 секунды. Или с этой был. Паланара бейте, не кинсет. Давайте живем, блин. Троллям. Что там упало? Катушка есть? Если я не выиграю катушку, я бью. Ух ты ж, ё-моё. Так, на тебе, Гефестин. Давайте катушку. А, я не выиграл, всё, я бью, ясно. Ты же знал, что ты не выиграешь. Нет, на самом деле. О, я победил. Ты чё, катушку да. Выиграл? Угу, поехали, ГП. Ну иди нахуй. Всё, нахуй, часы. Катушка топ. Надо было сказать, кто выиграет катушку, тот пидор. Я так и сказал. А. Не, прям. Я ее надрыв катушку. Французский акцент, да? Да-да, там шанан пидор. Нет, сейчас ее на. Так. Все, в общем. Зло, я тебе отключаю голос, я тебя больше не буду включать. А он что, не бредит? Самогон тоже. Уже голова болит. Угу, хорошо. Я уже им голос отключил. Я ухожу к другому ей. Это надо кому? Нет? Ты бы хоть в рифму сочинял. Ой, пидор, рифмуется или нет? Нет. Ой, трубероид рифмуется. Как топ, да, сделал? Прям красава. Я еще погоди, 5 секунд. Блин, я думал, вы их уже убили, ладно. Погодите. А, Козырь, твоя звезда. Кружочек, бейте по одного. Thank you.
Это конспирити, я надеюсь, ты не вышел. Потому что мало ли кто упадет, а если тоже бред давать. Я еще выкину. А еще одного. Стой, блядь. 3 секунды. Их была тактика. Фок. Я сам как так. Смотри. Полетел, блядь. Бейте пока большого. Кристик поставлю стан, давайте, пожалуйста. Эти бафы. Я десятый был. Сейчас я тебе дам баф. Да. Это, короче, смотри, приближение незаметности. Еще какой-то баф. Бесконечное дыхание. Опа. Нормальный баф. Ну баф. Вечером от нас не уходит грусть. Порой. Сердце ноет, сердце просится домой. Домой! Ему тоже самое, отключаю голос. Сейчас эта треть станет резко скучным. Давайте в загадки поиграем. Ай. Что это у меня в кармане? Бейте тактиков. Звезду бейте проточечно. Эти звезду точечно. Зачем кастовать Град Сериал Хан? Бей точечно звезду. Я думал, получится. Медведь в кармане, блядь. Ты говоришь, зачем кастовать Град Сериал? Ты говоришь, я думал, получится. Что получится? Давай. Не умереть. Кто подъем Дейбаса, блядь? Эти чё, это звезда. Я думал, мне что-то говорить, нет? Я думал, он мне что-то говорит. Ну где-то разве час или металлов меньше? Ну это с пула ребра. Скорее всего минут 15, не больше. Да, 10 минут. Давайте пока пашем баха. А Shadow DC спекни здесь на всякий случай, пожалуйста, с ВДЦ. Что я боюсь, мы не захилим. А, кстати, на сырке какой был общий ДПС? Плохой. Я знаю, что плохой, но какой? Какой ты лагаешь? Хуёвый. Ну какой, блядь, ты можешь цифрами сказать? Хуёвый. Сука. Давай чек на баф на готовность. Так, аэроном до сих пор нет, надо его менять. Ну, все. Стоп, стоп. Гуляем. МП5. Подожди, а кто там чекает? Один. А, у нас, кстати, нету человека, как это МП5. Приста, можно МП5 вместо Клока? Вы слышите, я же сказал, нету паладина, который бафает МП5. Так все равно паловский баф один, пусть второй бафает шаман. Но второй давай паладин бафает. Стой, стой, ты слышишь? Возьми вон Джерри у Навара, я сейчас на пала зайду. А это кто зайдет сейчас вместо кого? Пингу говорит. А, ну я давай. Я зайду вместо Вара на пал, а ты Джерри у Навара бери.
Давай, заходите. Это будет, поставили шкаф. На тебе ассиста будет. Чтобы ты взял этого паладина. Мне надо на минуту буквально отойти. Кто-то мне звонит. Не могу пригласить члена другой группы. Не могу пригласить члена другой группы. Давай, мутант, пой. Если не можешь, можешь, ты все. Да это персонаж мой говорит. Я бычок подниму, едкий дым затяну, покурю и полезу домой. Не жалейте меня, я прекрасно живу, только кушать охота порой. Чё, бафать надо кресты? Ага. Ты вчера часом не был этим паладином? Не. Это в РСке был? Да. Палы по себе бафы нажмите, каждый что бафает. Принимай сумму. Принимай сумму. Вот еще вара забафает. Сейчас забавно. Опа, одну. Что он пропал, если говоришь? Не говори. Все. А сейчас меня слышно? Да. Все. Там все были готовы. Давайте пулять.